Делегация побывала на строительной площадке в селе Витязево, оценила ход работы и возможности тренировочной базы. Также датчане высказали ряд пожеланий, в частности, об установке дополнительных тренажеров для тренировок футболистов. Вот это, на зоне питомника они хотят расположить тент, где будут тренажеры, как вы вчера говорили. То есть это велосипедные тренажеры. На зоне питомника мы делаем, да? Да. Подождите, пусть сформулируют. Мы это с оргкомитетом согласуем. Это мы говорили, обговаривали. С оргкомитетом, естественно, будем согласовывать. Почему? Потому что мы напишем вам письмо в министерство, что есть требования. Есть желание. Да. Вот так сделать. Но мы хотим знать, как это. Да, просто правильно. На траве они стоят. В целом иностранцы оказались довольны и темпом работ, и удобной близостью места проживания спортсменов к тренировочному стадиону. Напомним, еще один стадион строится в Анапской. Они оба должны быть сданы в марте. После чемпионата спортивные объекты перейдут в распоряжение муниципалитета.